Приветствую на канале Asmodee Play. Мы продолжаем играть Ведьмак, мать его. Он уже действительно. Так, это что у меня? А, вон он, что, Михалыч. Надо, блядь, выводить уже этого Ведьмака, блядь. Сколько можно? Уже Джеймсы Бонды, блядь, заканчиваются. Было. От вас одни неприятности. Хренакался, хренакался, блять, и ни хрена, ни хрена, не нахренакался. Так. Там, блять, водяные домовые мешают. Чтобы им помочь, блять, надо кошачью упряжку, я специально еще почитал. Но это второстепенная миссия, она мне не особо нужна, так же как и доспехи. Потому что за доспехами тоже байда получается. Так. Там они получаются. Последние, по-моему, я читал. В пятой главе вообще соберу. Да, я прочитал. Потому что когда я играл, я читал, слушал и делал. А сейчас я подзабылся уже. Так, дорога к полям. По полям, по полям. Синий трактор едет к нам. Ой-ё. Геральт! Геральт! Мне приснилось, что я ведьмак! Я дрался с этим страшным чудовищем и совсем его не боялся. Это был всего лишь сон, Альвин. Кроме того, только дураки не знают страха. Правильно. Неправда. Вон Беренгар у нас трус. Я слышал, как в деревне говорили, что он боится убить какую-то огромную рыбу. Так в деревне говорят. А ты нет. Я хочу стать ведьмаком. Думаешь, быть ведьмаком весело? Конечно. Таким, как ты, а не таким, как Беренгар. Ведьмаки такие храбрые, никогда два не раза. Болеют. Они сильные и ничего не боятся. Рыцарем будь, сука. Ничего не боятся. Во-вторых, ты не можешь, потому что сейчас не осталось никого, кто может провести полный процесс мутации. Разве это рыцарем давай. Они тоже храбрые, и они носят отличные доспехи. Хм. Рыцари тоже ничего. Я знаю, я стану рыцарем. Не сейчас. Так. Вот, блядь, я из-за этого хероты не мог, блядь, задание что ли получить или грёбаную эту рыбу. Подождите. Сейчас приберусь. Так. Сразу налево, вот сюда прямо нах. И херачить их всех там, блядь. Бля, еще труп какой-то. Вот так. Бежи. Так, в этом котловане, блин, какой-то там. Пойдем хренакать его. Так.
Руб. А нахрена я костер разжег? Ну ладно. Белая чайка, нет. О, зелье кошка. Все. Твою мать. Зависло. Только попробуем вот так. Да? Да, встань. Пульт ты здесь вообще забыл. Я-то случайно нашел здесь еще и труп, я к трупу шел. О, рыболюда, блять, убить. У меня вот эту хер не знаю кому сдать нахрен. Так. А я куда бегу? Будьте любезны подсказать. Круг элементов, круг друидов. О, лачуга отшельника, давай. До полуночи. Ждем. Вы меня достали. Так, сохраняем. Вон они. Так, где у меня против этих? Так, филин в юнок. Так, токсичность в полной темноте. Так. Ну вот это мазь для масла от призраков. Подожди.
Так, надо что-то сожрать. Вообще не то. Ладно. Загрузим. Блять, ты за мной ходишь. Ходишь, но не помогаешь. Так. Привидение, свеча друидов. Твою мать, я же собирал. Так, подождите. Подожди, у меня все есть. Так, не так. Нет, не то. Увеличу силу знаков. Энергии, так, не то. Значительно так. На. Помоги. Подожди. На. Подожди. Конфета. Так. Подожди. Мне что еще выпить? Пурга, рефлексы, скорость, так. Нет. Я уже не хочу. Помоги мне! Помоги! Давай. Бей. Помоги!
Свеча друидов. Подожди. Так. Блин. Так, здесь останки. Свеча друидов. Так. Мне вообще все. Так, Альвин опять пророчествовал, это добром не кончится. Так. Ну, вроде пока всех победил. Надо... сходить к отшельнику. Заперто. Ну и ладно, не очень-то и хотелось. Малыш за мной, да, идет. Направо. Эти рыболюды. Давай, беги, беги. Бля. На. Так. Так. Так, мне надо проход к деревне. Нет, вот. Проход к берегу. Вообще не туда. Да почти. Яга, яга. К берегу бегу.
Давай. Указатель. Вот так. Врывайся. Волки от испуга скушали друг друга. Костер. Куда эльфы делись? Утопцы. Вообще все не то. Вроде там этот старик, мать его. О, касцена. А я что-то знаю. Думаю, ты хочешь об этом рассказать. Тот забавный рыболюд вернулся. Злые рыболюди все съели на алтаре владычицы и ушли. Мерзкие гады. Жрец водяной вернулся. Мне нужно с ним поговорить. На СМС-ка. Это по поводу затопления, мать. Какого затопления? Ракета была? Да. Что, так много СМС-ок уже дошли? Да, у меня такая же хрень. А как удалять? Все, я тебя удалил. Все, идите, мать. Так. Блин, прослушал, что там она хотела? Так, на себя расскажи мне подробнее, что здесь я происходит. Я взял работу Беренгара на себя. Под водой глубоко. Я просить глубоко, путь твоей меч не любой. Владычица. Понятно. Идти до деревни красть жирные корова. Ты ее резай догон. Ты хочешь, чтобы я привел сюда корову и с ее помощью выманил до... Я должен прирезать ее на алтаре. Ты думать лучше приносить жертву человека? Ура, корова, Владычица озера хочет помочь нам решить этот конфликт. Владычица озера желает, чтобы водяные жили с людьми в мире. Вряд ли люди будут жить в... Как я не любить, да? Об этом я позабочусь. Да... С коровой быть бы лучше. Я... Золотой браслет. Так. Творится я ни с кем не собираюсь. Говна не оберешься потом. Мало ли, у людей корову зарезать или этого прирезать нахрен. Смелая девочка. Молодец, что смелая. Смелая, умелая. Кстати, корову можно выманить, да, орехами, изюмом там, всем этим. Вот тогда люди на тебя будут злые. Прирежешь какого-то там хрена, на тебя рыболюды будут злые. Я иду по нейтральной стороне, поэтому... Ну, по крайней мере, я это прочитал. Вот именно вот этот казус, когда с коровой вышел. Не знал, почему корова ко мне не идет. Ну и вот так получилось, оказывается. Я просто не туда все время шел, не то все время делал. Ну...
Не надо громких слез, слов. Да? Господин. Именно. Возьми это. Одной капли моей крови на алтаре Дагона будет достаточно, чтобы... Ладно. Давай. Да. Я говорил с... Мое видение определенно касалось тебя. Что ж... Когда придет время, я... Именно. От... Как раз... Ну, давай. А я еще думал, что за алтарь, мать его. Ночью под луной его херакать будем. Вот так. Ничего, что я от вас так убежал. Так, мне надо сохраниться. И теперь возложить то, что я не клал. Так. Воды ко мне пришли. Рыболюд или кто? Дагон. Давай. И еще. Давай, гаси его. И еще. Взять все. Чешуя водяного, она вот мне нужна.
Ой. Да ладно. Пойдем. Так, виверны от ночи не зависят. Преследуй, да? Еще и все взял. Давай, владычица озера. Что ты скажешь? Да? Госпожа, что случилось с теми... Виной всему легенда о священном Граале. Мои храбрые рыцари по неизвестной мне причине отправились выполнять миссию. Они утверждали, что найти священный Грааль – это их предназначение. Увы, моих сил недостаточно, чтобы противостоять предназначению. Я... Грааль так и не наш... Именно так. Разве ты не слышал ли... Я потерял память. Поговори с отшельником, присматривающим за могилами моих храбрых воинов. Он зануден, но отлично разбирает... Я нави... Но если ты вернешься сюда с намерением уйти с чрезвычайно важной миссии, поверь мне... Я могу и разозлиться. Я... Спасибо, Геральт. В благодарность я приподниму завесу тумана и позволю тебе вспомнить кое-что из твоих прошлых способностей. Благодарю. Используй мой подарок с... О! Как бы то ни было, спасибо. Все. Свалим с этого острова, нам здесь больше делать нечего. Сваливаем. Так. Я установил перемирие между людьми и водяными. Ага. Опять нечего сказать. Ага. А попробовать? Ох, ну давай. Ворчливый пердун и недоумок? Я просто не вижу нужды болтать просто так. Если мне нечего сказать, я молчу. Может, я и не самый разговорчивый рыбак. Понятно. Пожалуйста. Понятно. Я-то думал, падал, ты действительно не мой. Алтарь есть, но мне на алтарь нахрен ничего не надо там. Смелая девочка мне тоже пока не нужна. А вот проход в поля мне нужен. Давай. Зизерна. Так, склеп, проход к деревне. А мне разве к деревне надо? Мне к полям надо.
проход в поля. Что будешь делать? Давай, к полям. По полям, по полям. Синий трактор едет к нам. У него в фургоне кто-то песенку поет. А ну, малыш, давай. Давай, не забывай. Кто же? Все, это оплатил. Дорога к полям. Вот и все. Идем к отшельнику там сейчас. Переночуем как раз для миссии, да, будет? Твою мать, и этот козел еще здесь. Давай, ускоряйся. Чтоб мелкий нас не догнал. Среди травы не видно ни хрена, куда бегу. Так, мне вот сюда надо. Так, лачуга отшельника налево. Ой, направо. Вот само то. Бежим, мелкий нас не сможет догнать. Где в траве потеряется, падает, его сожрут, надеюсь. До утра. Посидим, подождем. Ох. Где этот козлина? Вот он. Че? Я все сделал. Отлично. Ябло. Книгу получить, свой домик. Он я твой. Домик. Благодарю тебя. Также возьми этот мешочек со священным. Чем? Да, в чем дело? Кто лежит под... Это могилы рыцарей, которые умерли в служении владычице. Ты ухаживаешь. Так я служу владычице. Кто такая? Хоть я и служу ей... Она остается... Она тебе нравится? Я люблю ее. Я верю, что владычица, но ее влияние... А. Интересно. Чем могу? Да, в чем... Что ты... Это... Да, в чем... Мне надо... Что делает вино? Тебе он может... Да, ну, говорят, но, кстати, мне в дальше пригодится. Почему владычица озера так скептично настроена в отношении поисков гра... Многие прекрасные рыцари отправились на... Теперь король-рыбак онемел, а рыцари все ушли. Я думаю, что... Но она же... Одинокая богиня. Ты даже не представляешь... Да, я кое... Понятно, чем... я все понимаю. Я слышал, что ты хорошо знаешь... Ты ищешь... Возможно. Ты должен знать... что легенда о Святом Граале изучалась много... Уверен, что ты можешь подбить для меня итоги. Ключевые... Говорю же, их сотни. Но хорошо.
три, так три. Классическая теория. Так, расскажи мне теорию заговора. Расскажи. Хороший выбор. Слушай, Грааль, эта чаша обладает силой исцелять все недуги, отравы и раны. И боль обратится в силу. Звучит похоже на баллады, Людь. Тот, кто изопьет из этой чудесной чаши... Ее распространил некий Дэн Коричневый. Он начал с того, что выдвинул хитро закрученную теорию, затем, привлекая огромное количество сомнительнейших аргументов, эти потомки, теория пытается представить бурную и извив... Хватит генеалогии и генетики. Какую теорию... Вот это. Это непросто. Любопытно. Грааль лишен какой-то конкретной формы или образа. Он рад. Эта теория гласит, что... На что ты намекаешь? Я служу владычице, и я прозорливее, чем ты думаешь. Я знаю, что... Какую? В конце твоего странствия Грааль может оказаться со... Хороча звучит тот первое имя. Подожди. Все по хоч тот ее все по хороча звучит тот. Продолжи. Расскажи. Это блин. Что-то... Я какую в кон. Расскажи. Хороча звучит тот. Продолжай. Рыцари веками искали Грааль, но есть какие-нибудь конкретные. К сожалению, я знаю только то, что расскажите. Ее распространил некий Дэн Коричневый. Затем... Все понял. Хороша звучит тот, кто... Продолжай. Расскажи. Любо... Это... Так, что выходит. Я... Какую? В кон... С разговора. Спасибо. Я старею. Идем в деревню. Ой. Да ё твою мать! Охренеть. Кто-то ходит там. Полуды не санировал. Так. Нормально. Указатель. Ох. Проход в деревню. Блять, никуда даже бегу, ладно. Ой. Парни, жрите. Thank you.
На, а волка хренака. Толпой. Так. В деревню. Прямо. Вот и локацию покидаем. Что ж, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Увидимся в следующем видео. Пока.